Так. Хватит спать, пора Марию убивать. Короче, это миссия чисто босс-файт. Что вы не узнали? Да, я сейчас начну миссию с Марией, это просто босс-файт. Я понял тактику с Певенем. На чем основывается эта тактика? Что я набиваю через два амулета, амулет Плеяд и амулет извлечения, себе Devil Trigger. А потом она входит в свой Devil Trigger, и я не могу ее убить. Вот, вот как бы так. Все, я труп. Вот. И так было на протяжении часа. Я начал подходить к, ну, прямо к, уже к ее поражению, но прямо перед ее поражением я завафлял. Ну, как вы можете понимать, из видосов вырезанных из Датума Самуны, там у меня типа это нормальное состояние вообще-то. Не вырезанных, а тех, которые не были залиты. И вообще Павел говорит, если ты будешь глядеть это, то знай, что конец близок. А если ты это видишь, то скорее всего ты думаешь, бля, или там уже конец. Близок ли он? А я говорю, да, близок. Дура тупая. Минус ебало. Я и забыл, что она не стегерится в этом режиме. Мне повезло, что у меня есть баф на этой.
на защиту, иначе бы я сейчас рипнулся. Вот как сейчас примерно. На самом деле сделал пару ошибок непростительных. Во-первых, нельзя танковать ее удары, потому что она не стагерится, в отличие от начала. Вот я не знаю, кстати, как ее сбивать, девил триггер, как у Дата Масамуна, если она в нуляч выходит или нет. Это вот тоже я не знаю, если честно. Вообще на нуляч не, ну как-то слабо в ходе, если на ходе в нуляч, то точно не при мне. Потому что если бы ей сбить Devil Trigger, она бы стала в разы легче. Если так я, ну, не скажу, что прямо избиваю, да, но наношу порядочный урон. Не парюсь, так сказать, особо. Спасибо, да, что дало мне время попытаться, женщина.
Блять. I was so close. Если бы я сейчас не зассал, я бы победил. Но я зассал, поэтому я не победил. Так что, парни и девочки, ну вы видите, как примерно катка у меня здесь. Это могла быть быстрая серия, я мог закончить, уже можно сказать, на прошлом трае, смотреть финальный ролик, кстати, вам первый ролик, и из этого и сказать, и все. Надо было ножами, наверное, закидывать, я дурачок. Она бы стейерилась, я бы потом ее снес, сука. Ну, хорошая мысля приходит после. А хорошая лоля вообще не приходит, потому что не бывает хороших лолей. Я только что неправильно использовал свой Devil Trigger.
Все, я труп. Вот я не понимаю, когда надо его правильно использовать. Вообще перед Devil Trigger'ом, наверное, стоило бы жахать эту таблетку. Все, мгновенное убийство, блять, быдло получает по заслугам. Придется сейчас помолиться, чтобы созвать духа. Попробуем Фениксом стать. Полом Фениксом. Длительность на 5 секунд меньше у этого духа. Но зато его не надо активировать самому, он сам активируется тогда, когда будет наиболее нужен. Вообще его билка работает. В отличие от этой хуйни. Ну зато я бафа не получаю. Неудачное начало матча. Удачного, видно, и не существует. Это удачное начало матча, то, что мешает солдатам, чтобы они были готовы пойти на смерть. Настагерец тяжелый. Настагерец вообще любым оружием. Это как бы красиво. Блять, да иди ты нахуй, женщина, блять. Запоймать, пока я не могу отойти. Были бы у меня приемы ниндзя, которые на бессмертие, вот это было бы каефно. Но я ожидал, ничего же их не вкачал. Вкачивался какую-то залупу. А вот это было обидно. Потому что я тут поступил как полный долбоёб.
Я не смог хильнуться, потому что либо я не успел, либо... Вообще, типа, как бы я сейчас комментирую свои действия, которые я сам не понимаю, так что лучше бы мне завалить ебало каждый раз, когда я делаю, когда захожу в комнату с боссом. Прямо как сейчас. Блять. Я понял теперь, в чем минус тактики с петухом, с этим. Потому что этот петух, в отличие от того, активирует, сбивает мне все бафы. Соответственно, тут он не должен работать так, как хотелось бы. Поэтому придется дальше пробовать тактики с петухом, с этим. Иди ты нахуй, женщина, блядь, пассажирка. Леди, мадемуазель, шлюха ебаная, жрица любви. Партизанка. Кутизанка. Я такое чувствую, как будто я очень близок, и это на видос попало, что я очень близок. Это вот только... Извините, сейчас за паузу.
Но только то, что я очень близок, мне не помогает победить, к сожалению. Вот, в общем-то, и все. Фуф, блядь. Я убийца женщины. Я... Так, я теперь обязан это сделать. А я хочу боксером быть. Баба ебал убить. На, сука. С ноги поебалу на. Спасибо, я выполнил свой план по поднятию собственного морального духа. Быстрее, пока меня не выбило, может быть, из игры, и тогда я проебу весь прогресс. Все-таки, блядь, ты петух очень имбалансный. То есть телепорта нет, конечно, и же магия телепорта есть. Visions of Future, да? Испания, шиноби де атта ка. Шикаши, иттай доко? War is coming, and it's going to be fierce.
Надо срочно закупить, блядь, эти стрелы нахуй. Все остальное. На первое предложение ты useless, если честно. Матадузо! Ну, качаем дальше, значит, духа 20-го. Hunger Strangling. Так, титулы. Мира Юкай, удача, ментального урона. Давайте ментальный урон. Вот сейчас, кстати, ролик, да, надо быть первым. Да. Три пачки. Сам? Не, так что за фати все с боссом в Неосе и победил даже. Что? Неосе я победил. И за дабл катаны с петухом. No sabéis, arrebatado nuestra edad. Я говорю, в Неох я играю. Ты с Кавлёши я победил за дабл катаны с петухом. Да не гуляй ты в Неох, не пара охуяй. Чинок, ты сейчас его удалишь. Нет. Вот, в общем-то, ролик Павел Пидор. Теперь карта как бы регионов. Осака зима. Сейчас. Да, грузись, Жень. Ёбаный в рот. О, наконец-то. Секигара Йодогими-га-нигит-те-ори. Иеяс-сама-то-тай-ли-ц-шта Йодогими-ва, Тойотоми-ке-ни-он-ку-ар-дай-ми-о-я-ро-нин-о-а-зме, Тойотоми-ке-сон-бо-о-ка-ке-та-икса-о-о-ко-шта. Уильям, о-ну-ши-га-йокин-ште-о-та-о-икса-га-о-ко-та-ра. Дате-масамуне-до-но-хи-ки-иру-гун-то-то-ли-о-са-ка-е-ма-е-ро. 真幸福の大阪城へ攻め込むには出城の真田丸を落とさねばならぬ。やってしたっしょ。こんな帽子さっちゃう。真田幸村、厄介な男よ。ニオ。 Deviant Horror.
Возвращение дракона. Пушка. Ну вот, в общем-то, и все, как бы. Это уже 82 силовала, конечно.